Вот, собственно, хочется зафиксировать клубы пыли цементной. Вот сейчас просто освещение позволяет ее снять. Потому что сейчас солнечная погода, и пыль видна в солнечных лучах. В пасмурную погоду ее не так легко разглядеть. Ну, насколько... Вот, это... Сейчас вот эти все лучи видны благодаря пыли в воздухе. У меня не было возможности это заснять. Вот. А сейчас, да, это та самая пыль, которая вот забивает гортань. Да, здесь так... Травматичные процессы идут, да, как я могла бы сравнить это, уподобить неудачной пластической операции, которая фатальна, если она случилась. И здесь очень много признаков именно неудачной пластической операции, крайне неудачной. И крайне травмирующий, конечно же, природную среду и, разумеется, человеческую среду. Шум, строительная техника. Ведь на природных территориях практикуются ручные работы –